Прум-пум-пум, друзья, с вами Михакер, КТЛВ, Кексик, Король Школьников и Дональд Трамп, и это Прятки с Маньяком в CSGO. Здорово. Еее, всем привет, друзья. Hello. У нас сегодня зимняя карта, потому что шо, наступила зима, ёк-макарёк. Вот такой вот домик, красиво украшенный, ёлочка, всё как надо, и Деды Морозы против какого-то страшного снеговика. Мы начинаем, погнали! Хоть где-то у вас будет снег, ребята. Погнали! Ебой! Надоели стандартные скины в CSGO? Заходи на Force Drop и дай своему инвентарю новую жизнь. Открывай кейсы, вступай в борьбу за крутой скин в режиме сражений, тренируй свою интуицию в угадывании карточек и получай лучшие скины из мира CSGO. А ранговая система, множество бонусов и промокодов сделают твою охоту на лучший скин гораздо интереснее. Force Drop. Ссылка в описании. Парни, пацаны, снеговики, ну как пацаны, дедули, дедули, погнали, у нас маньяк Кексик. Опа. Я Кексик. Ты, как жали за пенсии, пацаны. Как ты это сделал? Я найду вас. Ау, прыг. Ребятушки мои Ката. Да. Ты, у тебя неплохая планычка, зачем ты? Я пошел на хуй приключения. На свое собственное. Я найду свой собственный путь. А куда ты делся, Давид? Я потом вниз убег просто. Интересно, где он появится, интересно. Ты сука! Я скоро! Мне 20 секунд осталось. Не-не, Давид, да иди, иди, Данил. Я забыл, где это! И 6, 5, 4, 3, 2, 1. Мажьте жопу вазелином, я выхожу на хату. Ну здорово, здорово. Ты боишься? Так. Привет, снеговичок. Что это за жопа сидит? Жопа? У тебя в штанах. Жопа, слазь давай оттуда. Первый раз эта фраза абсолютно правдивая. Ладно, снеговичок, хочешь я прыгну к тебе? Выйди на крышу, я к тебе спрыгну, если хочешь. Сейчас. Так. Ты готов? Ты готов? Да. Как думаешь, она вообще когда-нибудь допрёт, что мы здесь? Давай. Только а не, я передумал. Чё-то как-то... Чё-то как-то плохо я передумал! Помогите, пацаны! У Давида тут свои проблемы, скажем так. Я не попал, блин. Не попал. Михаки. Слушай, ты старый. Оказывается, мы же можем вдвоем тогда свалить просто. Да. Дедуля. Нашел меня? Нет. Ты где? Ты на каком этаже? Я на первом. Молодец. Я старый. Я на первом пробежал, не пробежал только что куда-то прямо от двери. Вот там и будет, там хорошо тебе. А куда ты побежал на второй этаж, что ли? Или просто в какую-то комнату забежал, не понял. Да, на второй этаж. У нас не торчат случайно колпаки? Нет. Нет, вроде не торчат. Смотри на меня. Я не могу смотреть, мне все. А я Никита, мой колпачок всегда торчит. Короче, Давид, не пускай его ко мне, я зафризился. Ты двигаться не можешь или как? У меня в принципе КС. Я дыку нашел. Ката? О, понимаю. Да. Как? Ката, тебя не надо больше охранять. В смысле? А что с тобой случилось? Где? Время ожидания превышено. Чё ты сделал, Ката? У меня просто КС-ка зафризилась и вылетела, походу. Я даже диспетчер задач не могу вызвать. Ребята, давайте подсказки, что ли? О, спасибо за гранаты. Этот дед хакер меня взломал просто, понимаете? Вот такой вот мне подарочек, дедос на Новый год. Дедос. Это твоя кара сдохла, меня ты прошел. Да ты все равно сдохнешь. Снига никого еще не убил, а уже минус один. Миша, живи. Отвали от меня, Снигер! Да. Миша! Family friendly контент, как я вижу, на Ютубе попёр. До свидания! Бля! О! Мишаня! Уууу! Чё?
Что? 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 Ебулу. На первый этаж спустись, куда? А, иду. Ну, такие, знаешь, светло-фиолетовые или типа того. Я найти никого не могу. Понял, принял. Подсказку. Ты, сука, где ты, блин? Ты тут, да, Дуд? Дуд? На втором этаже вообще. Дуд, 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 what are you doing, Дуд? These nuts? Эй, Дуд. Скибери. Тайминги. Да куда ты в него врезаешься? Ты шо, не знаешь, как он работает? Да ты запарил, сколько можно? Ищи другие пути на второй этаж. Тебе тут больше нет. Ага. Нифига себе, ты попал прямо мне в лицо. Да. Ага. Это что было? Да мне тебе прям дорожку поставил сложенных гранат. Тебе осталось только и найти ее. Да! Дай залезу! Ты думал, что ты человек? Флэш, что ли? Во-во-во, вот нашел. Дай залезу. Ищи другие пути на второй этаж. Куда ты ушел? Сиди, куда ты ушел? Да ищу. Минута! Чего, в толчке никого, да? В тот толчок это не путь на второй этаж. Блядь. Ты знаешь, как попасть? Как он залезть? О, он запрыгнул на крышу. Красавчик. Да ну! Не попал на карниз. Он прошел. Ага. Побегу-ка я, пожалуй. Ага. Ага. Ну сиди. Ага. Дорога. А, 14 секунд. Не догонишь, не догонишь. Бихакер. Это я. А это ты. До свидания. Минты. Бой, победа. Ребзи, маньяк, Давид. Давайте спрячемся от него. Че, кто-нибудь нашел? Нет. Миша, у тебя есть что-нибудь, Миша? Ну смотри. Ну он же. Он да, он это знает, но зато у нас будет вот такая штучка. Потом смотри. Ну. Делай раз. Чик хопс, ок. Так. У тебя есть план? У меня есть план. Неплохой план. Ууу, май гады. Пока вот этим он ограничивается. Так, но по идее надо развивать фантазию, поэтому я... В принципе, план был... Забись, я развил фантазию. Я тоже. Ладно, давай посмотрим здесь некоторое время. Нет, окей. О, Дональд. Здрасте. Make America great again. О! Что? А ты знал об этом? Нет. Так, ладно. Что произошло? Maybe something here. No, nothing. Маньяк. Nothing here and here. Ага, пошел в зоб. О, Миша. Что ты сказал? Иди нахер. О, у нас уже минус один, минус... О, not bad, not bad. А ну там есть развлекушечка, вон, давай. О, там тоже что-то есть, слышь? Думаешь? Да. О! Майн жопен. Вот так. Как? А. Ого, неплохо, неплохо. Блин, он нас хрена играет. Очень жирно. Эй, дружище. Мы на втором этаже. Я хотел тебе прийти, но тут то одно, то другое. Старый добрый, так сказать, телепорт. Старый добрый мемы. Старый добрый Новый год. Ну все, он, в отличие от кексика, не будет пытаться 70 раз через первый этаж зайти. Поэтому можно сразу стреляться. Вау, он уже на втором, посмотри. Чуть более умный. Так, терапевтики вообще здесь лестница находится относительно второго этажа. Да? В общем, смотри, вы... какой он уродливый. Да, Давид, ты три раза вокруг лестницы пробежал. Ну, здравствуй, хрен мордастый. Думаешь, это хороший? Он нашел. А, вот нашел. Тихо. Я сейчас... Пёрнул. Да. Снеговик не понял. Один интересный момент. Давид, вот ты... Заходил правильно в нычку.
Ты правильно заходил в нычку, Давид, зайди еще раз. Теперь не телепортируйся, не телепортируйся, смотри. Что? Это он делает? Нет, это я делал. А, я думал, несколько раз сделала. Все, теперь можно. Думаешь? А теперь я делаю оттуда. Пук. Как тебе такое, Давид? Миха, только отодвинься чуть-чуть вот сюда, а то когда он сюда телепортнется... Давид, я убежал из этого места и перебежал туда. Давид. Давид, вернись назад. Беги! Сука! Как он не достал нас? Я сначала так растерялся. Ну, это как бы вопрос времени, достанет он нас или не достанет. Почему оно не сразу сработало? Давид, он, Миша, бежит, хочешь, он бежит за тобой. Атакую с неба. Беги, беги. Снеговика снегом? Беги, я беги. Блин, да, это было глупо. Как ты? Нет. Именно жопа. Ну, зато у тебя член маленький. Какой-то совсем неожиданно от тебя панч. Да, ну это как раз ожидает. А он такой же низкий, как твой рост. Низкий панч. У меня рост 195. Ты тут не попал. Ну что, Давид, знаешь ли ты что-нибудь про то, как попасть, да? Знаю. У меня парашют. Ой, Миша, зря. А почему ты не получаешь урона от падения? Так задумана карта. Нет, он сначала получил, а потом что-то не получил. Я пытался на F-дверь открыть какое-то время, молодец я. Серьезно? Да. Back to the triple нычка. Все, побежал, я маньяк, побежал такой. Ты слышишь, вот эти вот... А теперь вопрос, какой из двух нычек он сидит, чтобы так прыгать? Давай посмотрим, где я тебе дал подсказку. Вообще так. Вообще уже ни в какой. Ладно. Миша! Абралянш, наверное, бульбулятор. Так, лесенка, помоги мне еще разик. Тут арматура была, тебе повезло. Арматура? Я врезался. Надо строителя предъявить. Ой, грязные тактики. Грязные тактики. Мне кажется, он знает вещи и сейчас... Кажется, он не успеет ни хрена. Нет, я не успею, по-моему, это точно. Это победа Михи. Даст тебе по твоей... 3, 2, 1. Ну, это клоунская, потом вспомнил, что Дед Мороз не клоун. Здесь? Да, здесь. 5, 4, 3, 2, 1. О, я знал. Лучше так много не делать, потому что потом... Я понял. По чуть-чуть. Ну ладно, тогда ты у пульта будешь. Можно вот так сделать, и он ничего не сможет, не застрят. Понимаю. Кто это у нас тут? Под ноги смотрит. Беги на второй этаж, ищи желтую комнату. Кексик, у тебя какая-то очень странная тактика. Не так просто. Нет. Кексик. Ну ты не догонишь. Нет. Почему нет? Я так сказал. Зачем? Это я ты не того не могу. Ты немного не того. Я его спасаю. Да, а эта штука... Здрасте. Зачем? Дайте пролезу, что? Вы дурачки. Ребят, откройте, пожалуйста. Дурачки, просто дурачки. Предатели. Это штука-то. Брата, Деда Мороза предали. Тихо. Ой, блин. Выключил мне второго. Ай-яй-яй, дедушка, дедуля. Ноу.
Да ты запарил. Нет. Выйди, 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 выйди. В ком-то нет, ничего. Иди, иди, иди. Да, вот да, так. Да, 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 да. Так, вот. Так, 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 так. Вот здесь, вот здесь. Так, я слышал, он телепортнулся куда-то. А где он был-то вообще? Вообще, вообще-то я сделал тролль ТП и карта, потому что убежал от тебя. А, да? Нет. Ого! Ты точно эту нычку только сейчас нашел? Да. Не понял. Давид, лучше не надо. Давидушка. Это было правильное решение, Давид, это было правильное решение. В толчок давай, в толчок зла. Ты можешь молчать, пожалуйста? Давид. О! Давид, а ну постой. Бенч! Кажется, это смерть! Бенч! Да не... Да! Почему? Почему я не разбил стекло? Так, и остался Катер. Я ломал стекло. Вас не смущает вот эта тень, кстати? Посмотри наверх, ты поймешь, о чем он чувствуется. А. Посмотри ниже и направо. Ага. Миха на тебя смотрит. Вниз. Миха... А. Направо, вниз. Это не Миха. Надо, беги! Ты реально думал, я тебя не видел? У меня жирный бачок, да, торчал? Я вышел, просто смотрел на тебя 5 секунд. Я такой, Ката, беги! Пока ты куда-то в небо смотрел.